Hello, Jeff. Hi, Sister Anastasia. How are you? I'm doing good. What about you? I'm doing very good. Thank you. Yeah. You have a moment? Yes, I have a moment now. I'm going to the church. Great. I just want to confirm on my arrival in a couple of days and make sure everything's okay. Мой папа был генеральным директором национального парка, а мама была врачом. Папы не стало в канун 2003 года. Мне было 16 лет, моей сестре Любе 9 и брату Ване 2 года. И все эти люди, которым что-то нужно было от папы, и они были в нашем доме буквально каждый день, у нас были гости, они пришли на похороны, и больше их не стало. Зато в нашем доме появились другие люди. Это были женщины из церкви, которые пришли читать псалтирь. Они были такими прозрачными, невидимыми, ненавязчивыми. Они сидели, молились, и было ощущение присутствия, что мы не одни. И они просто вытащили маму из той бездны, потому что она осталась одна с тремя детьми. У меня началось такое неприятие и бунт. Почему? Почему? Папу забрали, ему было 41 год. Это была не точка в его жизни, это было троеточие. Поскольку человек очень такой гордый и упрямый, я не могла этого принять. Мама и младший брат и сестра, они воцерковились, они стали причащаться, исповедоваться регулярно, а я осталась в стороне. Им было на что опереться, а мне нет. И, наверное, поэтому вот это просто приятие смерти папы у меня заняло более 10 лет. Он был настолько активным, жизнерадостным и добрым человеком, что Бог просто ему открывал на пути все двери. Папа всегда держал слово. Я занималась конным спортом, и однажды мой тренер нас подвел. Он не привез мою лошадь на соревнования. Я настолько расстроилась, что когда мы сели в машину, я разрыдалась. Папа спрашивает, ты чего? Я говорю, пожалуйста, забери лошадь, звали биатлон, забери биатлона и давай его перевезем в другую конюшню. Он говорит, хорошо, не волнуйся. Через пару дней он это сделал. Я больше не встречала в своей жизни людей, которые бы без напоминания так держали слово. Для меня это была очень высокая планка, поэтому немного страдала в жизни, когда я не находила вот того же человека слова. Еще при жизни папы мы обсуждали, куда я буду поступать. Папа так и не узнал. Я поступила на юридический. Я его закончила, и я понимаю, что это не мое призвание, но теперь моя профессия. И у меня очень рано встал вопрос вообще самоопределения. Кто я? Зачем я здесь? Так размышляя, я проработала юристом 7 лет. У меня хорошая работа. Нормальная зарплата, у меня есть здесь жить, у меня все хорошо в жизни, а я несчастна. Банк — это была последняя капля вот в стакане. Это настолько организация далека от моих вообще принципов, понимания этой жизни, что вот это была замечательная работа для меня, чтобы я поняла, все, или я сейчас ухожу, или никогда. У меня заканчивается контракт, и я ухожу в никуда. Единственным планом, который я смогла придумать, это было уехать за границу. Я рисовала себе радужную картинку, но реалии таковы, чтобы получить визу, нужны конкретные основания. И самым простым основанием это было поступить в языковую школу и поехать изучать немецкий. Я практически не говорила на немецком. Ich verstehe nicht, ich spreche ein bisschen Deutsch. Вот. И когда я получила туристическую визу, я поехала туда к своим друзьям на 3 месяца и стала оформлять документы для языковой школы. У меня было хорошее лето, но вот все 3 месяца я ходила по этому маленькому немецкому городку Мюнстер, который возле границы с Голландией. Я смотрела на людей, я удивлялась, насколько вот вся инфраструктура разработана для людей. И сколько много инвалидов на улицах. Это меня настолько поразило,
Ну вот я хожу, и вот все равно нахожу, что что-то не то в людях. И вот я хожу и думаю об этом каждый день. Я смотрю на это лица, я общаюсь с очень многими людьми, потому что, ну, все очень дружелюбные, все знакомятся. В принципе, английского было достаточно, на котором я свободно говорю. Все знают английский, поэтому, ну, проблем вообще у меня не было. И вот уже перед отъездом до меня наконец-то вот дошло, меня осенило. Люди глубоко одиноки. У них есть все, у них прекрасная инфраструктура, у них у всех есть какое-то жилье, на свои зарплаты, пенсии они спокойно, хорошо живут, но они глубоко одиноки. Даже супружеские пары, которые живут практически все в гражданском браке, они все равно живут по отдельности, вместе, но отдельно. И вот это было таким, знаете, удивительной пищей для размышления. И вот когда я иду по улице Мюнстера, это был очень серый, дождливый день, я иду, и моя голова переполнена вот этими вот житейскими мыслями. А что дальше? Я приеду в Германию, я поступлю в эту языковую школу, я ее окончу. Любой каприз за ваши деньги. Есть деньги? Пожалуйста, ты можешь поступить в университет. А что учить? Ну, я закончила юридический факультет, мне это не нравится. Что-то для души, что-то гуманитарное. Опять же, та же философия, литература. И зачем она мне надо? Кем я буду дальше работать? И вот я иду и думаю об этом. И просто одна мысль перегоняет другую. И вдруг все мысли прекращаются, и я сама себе говорю, ты придешь к Богу намного раньше, чем ты думаешь. Я так перепугалась. Почему я так подумала? Я вообще далека от Бога. Почему я это подумала? Чья это мысль? Это не моя мысль. И я просто остановилась и пыталась прийти в себя. И я до сих пор этого не забываю. И это, я знаю, это был Бог, который вот так ворвался в мою жизнь. Я прихожу к моменту, когда я понимаю, что я сама себя подвела. Мне почти 30 лет. У меня нет ни работы, ни семьи, ни благополучия. И вот тогда я вспомнила свою учительницу. Учительницу по биологии. Она преподаватель от Бога. И в конце четвертей обычно мы давали дневник учителям, чтобы они нам написали какие-то пожелания. Все писали очень шаблонно, но ее пожелание я помню до сих пор. Она написала: «Лучше в этой жизни зажечь одну маленькую звезду, чем всю жизнь проклинать тьму». Она меня настолько глубоко задела, потому что у меня было представление, что в этой жизни нужно звездить. И вот до сих пор вот это высказывание меня коробило и оскорбляло. Но теперь я понимаю, насколько она была права. Насколько важно найти вот это свое маленькое место в жизни, но которое твое, и сделать вот эту свою маленькую работу, но хорошо для других людей. Поскольку у меня не было ни работы, ни денег, то я приехала к маме на Нарыч и провела эти 2 месяца у нее. Моя сестра в 2015 году вышла замуж, и поскольку у нее не было работы, она тоже была дома со мной. Я не молилась, но вот эти мысли, которые у меня в голове были, они вот были какими-то правильными мыслями, и они меня настраивали именно на мирный лад. И к концу октября я напрямую обратилась к Богу. Я ему сказала, что «Бог, ты видишь, в каком я положении. Я никто. Я оказалась ни с чем. Я абсолютно не знаю, куда мне дальше двигаться. А двигаться нужно. Пожалуйста, видя мое положение, подскажи мне, что мне дальше делать. Продолжать это дело, уезжать в Германию, учить там язык, даже если мне дадут визу. Либо все-таки что-то делать другое. Если другое, то что? Ну, я не знаю, честно. И в ту же ночь, перед рассветом, я увидела сон, где мне все было сказано, все очень четко, понятно, потому что я тоже попросила, что мне нужно очень конкретно это преподнести, поскольку я могу не понять. Я получила ответ во сне, что я не поеду в Германию, я не получу визу, я остаюсь здесь. Буквально через 2 дня ко мне приходят документы, в которых мне отказывают в визе. И надо как-то жить дальше. И я не отчаиваюсь. Потому что я понимаю, что если я отчаиваюсь, то я в определенный момент могу не подхватить себя. То, что мы сами себе, в принципе, психологи, мы сами собой живем и работаем. И я могу просто потом с собой не справиться. Я садилась за компьютер,
Это было глупо, но я вводила в Google, как жить дальше, когда ты не знаешь, что делать, тебе не нравится твоя профессия. И Google выдавал настолько смешные и разные варианты, что, но толку от этого не было. И вдруг ко мне приходит мысль, а что если я попробую обратиться в Свято-Елизаветинский монастырь и поработать там? Откуда я о нем знала? Моя сестра за несколько лет до этого трудилась при монастыре, но из-за состояния здоровья она была вынуждена уйти. И я подошла к сестре и говорю, а что ты думаешь, если бы вот я обратилась в Свято-Елизаветинский монастырь, вот у них есть керамическая мастерская, ну да, я ничего не могу такого делать своими руками, но может они меня научат, и я смогу хотя бы каемочку на чашечках рисовать. Она просто не могла поверить своим ушам. Она не хотела меня спугнуть, и поэтому она ответила мне, как будто ни в чем не бывало, что да, я могу спросить у матушки, с которой я трудилась, которую тоже зовут Анастасия. И матушка Анастасия посоветовала, говорит, зачем же ей трудиться руками, когда она знает язык. И она дала моей сестре номер телефона брата, который возглавляет отдел внешних связей. Я ему позвонила, мы поговорили. И он попросил меня направить ему резюме, но с добавлением фразы «почему я хочу трудиться в монастыре?». И когда я добавила фразу, что я не причащаюсь, я не исповедуюсь, я не воцерковлена, но я очень хочу и мне нужна помощь, то это вот было тем пропускным билетом в монастырь. И брат тут же ответил. Он пригласил меня на собеседование. Я пришла в монастырь в самом правильном расположении духа. Вот я пришла настолько разочарованная, настолько опустошенная и смиренная, что я готова была смотреть, и мое сердце было пустым. Я готова была в него принимать, не то что переполнено, как есть такая притча, что пришел ученик к старцу и просит его научить его мудрости этой жизни. Старец говорит, садись, мой дорогой сынок, хочешь чаю? Тот говорит, да. Он наливает ему из чайничка чай, и когда кружка полная, он продолжает лить. Вот оно уже в блюдечко переливается, полилось по столу. Этот мужчина сидит и говорит, что же вы делаете? Уже все перелилось, разлилось, хватит лить. Он говорит, а ты же вот такой же пришел. И как же я могу в тебя что-то вложить, когда ты уже переполнен? И вот я именно пришла пустая. Я пришла смотреть, воспринимать. И поэтому для меня каждый день это было какое-то открытие. Я попала вообще в другой мир. Мы друг друга называем сестра, а потом имя. Мы друг друга называем к монашеству еще матушка, а потом имя. К мужчинам обращаемся, брат, и потом имя. Ну как вообще можно относиться к людям плохо, когда ты обращаешься к нему брат, сестра или матушка? Настолько это удивительно. И вот, моя первая исповедь и причастие произошли в монастыре. Я пришла на литургию в будний день, в Свято-Елизаветинский храм. В 7 утра начинается литургия, я пришла где-то за полчаса. Я была первая в храме. И я стою и жду людей, чтобы спросить, а где исповедь? Мне надо исповедоваться. Я чувствую, что если я не исповедуюсь, то я опять убегу. Я просто убегу от церкви, и я, мне надо остаться, мне надо вылить вот это вот все эти годы из себя. И как раз идет тот батюшка, о котором мне рассказывала сестра. Я думаю, вот, хочу у него исповедоваться. И я стала к нему в очередь, все идеально складывается, я стою в очереди, где-то в начале, сейчас будет исповедь. И вдруг вот люди идут вперед меня, меня толпа отталкивает, я оказываюсь уже у дверей, я уже столько стою, я уже вижу, что вынесли чашу, уже начинают причащать, а я стою в конце очереди, и батюшка берет крест и Евангелие, кланяется, говорит, извините, мне надо идти в алтарь, и уходит. Что же делать? Кто-то люди переходит к другим батюшкам, кто-то остается, и я понимаю, что же делать мне? Заканчивается литургия, я стою уже одна в этой очереди, я понимаю, что батюшка не вернется, и я уже иду, становлюсь последней, к другому батюшке. И когда доходит моя очередь, уже люди уходят с храма, литургия закончена. Я подхожу к батюшке, он передо мной берет Евангелие и Библию и говорит, ну извини, ты, наверное, самая последняя пришла, мне надо бежать на вторую литургию, в державный храм в 9 начинается. Я говорю, если честно, я пришла первая, но я не понимаю, как так получилось, что я оказалась последней.
Спасибо ему. Он положил Евангелие и крест и выслушал мою исповедь. Я пошла в державный храм, я выстояла еще одну литургию и там причастилась. И так я осталась в церкви. Первые месяцы мое послушание было принести святой воды, помыть пол, убрать, сложить рождественские открыточки, подписать их для деток, которые мы отправляли в разные социальные учреждения, поутюжить облачение. Ну, то есть это была самая лучшая работа, которую я вообще в своей жизни делала, потому что она была послушанием. Я вообще понятия не имела, что это такое. Но вот на своем вот этом таком неофитском уровне я это прочувствовала, и действительно лучшего духовного состояние я не испытывала. Вот это состояние покоя, когда ты понимаешь, что твоя жизнь в руках Божьих, и Бог тебя ведет, и тебе вообще нечего бояться. Тебя Бог вообще приведет, куда тебе нужно. И вот матушка ко мне подходит, и где-то в январе со мной разговаривает, что, знаешь, Настя, тут так получилось, я вот хотела тебя отправить в Англию, но несколько сестер заболели, и тебе нужно слетать в США. Я никак не выдала свой страх, растерянность, ужас. Вот, я выслушала, и потом, когда мы вот поговорили, а когда поездка в конце февраля, а куда? В Сан-Франциско. У меня вообще никаких ассоциаций нет с Америкой, с Сан-Франциско. Мне просто было страшно, как я вообще поеду в какую-то такую далекую страну, где у меня нет ни одной живой души, к которой можно обратиться. Вот, я позвонила маме, ей рассказываю про то, что я лечу в Америку, а куда? В Сан-Франциско. Мама говорит: Настенька, ты же попадешь к святому Иоанну Шанхайскому Сан-Францискому. И я для себя открываю не просто святого, а я открываю для себя живого человека, про которого я читаю, и я как будто бы я его знала. И вот это вот духовное родство с тем, кого я никогда не видела, и кто в лике святых, у меня впервые. Сан-Франциско – это сумасшедший город. Когда мы ночевали у одной матушки с батюшкой, матушка так вообще удивилась, она была из России. А зачем вы сюда приехали? Тут же Содом и Гоморра. Если вы идете по улице и увидите голых людей, вы не удивляетесь, но это каждый день здесь такое. Боже мой, какой ужас! Но ничего, слава богу, такого ужасного мы не видели. Один японский православный батюшка, уже в возрасте священник, очень творческий человек, решил показать нам сестрой город. Он усадил свой красный кабриолет, открыл крышу и провез нас по холмам Сан-Франциско. Это было незабываемо. Я не знала, что мне держать. У меня с одной стороны лежал чемодан, а с другой стороны мне нужно держать косынку, потому что она у меня слетает. И вот эти вот сумасшедшие горки, когда кажется на 90 градусов, просто ты зависаешь, а потом вот так же вот скатываешься, это было незабываемо. Он нам показал все злачные районы Сан-Франциско, и, конечно, печально. Но там такой святой, который просто освещает всю эту землю, и она поэтому держится. Это отец Андрей, про который я тебе рассказывала. Ну вот для него делали Евангелие. А где это? Калифорния. Калифорния. Да. Это возле Сан-Диего. Сестрический монастырь какой-то. Да, да. Это сестры. Владыка Джеймс. Ты ездила к нему, когда мы были женаты? Нет, первый раз я еще до замужества к нему попала. 2016 год. Mm-hmm. Мы в 2018 уже с тобой повенчались, поэтому вот это когда я первый раз к нему ездила. О, покажи келью отца Иоанна Шанхайского. Сейчас. Я столько думала, а что же я буду просить у святого? Но все же едут к вощам, к святым, к старцам и просят что-то, а мне нечего просить. Я настолько поняла, что нужно быть осторожная вообще в том, что ты просишь, потому что просимое может быть дано тебе в такой форме, что ты просто будешь не в состоянии это понести, надо очень аккуратно. Я приезжаю к святому, и до последнего я не знаю, что же я вот у него попрошу. И вот он меня встретил как вот отец. Ты чувствуешь, что он тебя ждет и что он тебя любит. Я к нему подошла и просто в порыве воскликнула: «Владыка, будь моим духовным отцом». И он мое желание исполнил. Он мне в тот же год
нашел служителя, который очень его почитает, который стал моим духовным отцом. Когда мы начинаем жить с Богом, то каждый день в нашей жизни происходят неслучайные случайности, которые являются чудесами. И вот одно из таких чудес святой Иоанн Шанхайский совершил прямо перед моими глазами для другого человека, но через меня. Это чудо произошло в Детройте, штат Мичиган. На понедельник утро стоял католический собор, где мы рассказывали про наш монастырь. Я всегда прошу у отцов разрешения сказать слово, потому что это очень важно, сказать вообще, кто мы, сестры, откуда мы приехали, из какого монастыря, и вообще ставить хотя бы несколько слов о православии, что мы православные. И вот уже подходит последний человек. Это был черный мужчина средних лет. Он как-то очень тяжело, медленно шел, и ну, создалось впечатление, что у него какое-то физическое заболевание. Вот. И он уже сдалека, с лестницы, обращаясь ко мне, спрашивает: «Sister, what order are you?» То есть: «Сестра, какому ордену вы принадлежите?» Я говорю: «We are Russian Orthodox». И к моему удивлению, когда я уже собралась объяснять, что же такое русская православная церковь, он говорит: «А я очень почитаю русского православного святого архиепископа Иоанна Шанхайского ин Сан-Франциского». Я просто чуть не упала. Я готова была к нему подскочить и обнять. Вот это да. То есть он не только знает, что такое православие, он еще и любит моего любимого святого. Вот. Я только начала спрашивать: «А откуда вы его знаете?» И тут такая, знаете, он подходит ко мне, и у нас вот этот вот оживленный разговор. И я во время нашего разговора открываю сумочку и достаю маслице и иконку. И тут нужно видеть, этот медленный мужчина, он просто... Глаза расширяются, и он начинает кидаться к другим людям. Он схватает это маслице и иконку и говорит: «Вы можете себе представить? Она мне привезла маслице и иконку». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Так это только то, что я вам собирался рассказать». Говорит: «Я и начал вам говорить, что 5 дней назад я звонил в Сан-Франциско, в собор, хотел попросить, чтобы мне прислали маслице и иконку, потому что мне оно было очень надо. И что вы думаете, 5 дней спустя приезжает сестра из Беларуси и привозит мне его маслице и иконку». Это было просто такое вот духовное единство с этим человеком. Его зовут Денис. Настя, можно громче? Вот хорошо получается, вот еще чуть-чуть больше под матушку, чтобы вы одинаково были в унисоне. Есть? Пошли. Твой сын воскресе три дня. Хорошо, можно к нам альта добавить? Родной. Твой сын воскресе три дня. Хорошо. За границей меня воспринимают как глубоко духовное лицо, абсолютно все знающее про православную веру. Очень часто нас путают с монашествующими, поэтому нужно абсолютно каждому человеку, включая батюшек и монахинь, объяснять, что ты не монахиня и почему у тебя белое облачение, и в чем разница сестра милосердия, мирской человек, и монахиня. Вот. И к нам зачастую приходят с вопросами, такими жизненными вопросами, которые не каждый батюшка, извините, может решить. Тебе нельзя ответить вот как я думаю. У тебя есть ответственность. Ты, во-первых, представляешь монастырь, а во-вторых, перед тобой человек и его жизнь. И просто так что-то взболтнуть ты не имеешь права. Тебе надо все делать с молитвой и очень аккуратно. Если ты чего-то не знаешь, то так и нужно сказать: «Я не знаю». Поговорите со своим духовным отцом. У вас есть ваш батюшка в церкви. Поговорите с ним. А все, что я могу дать людям, это вот мой опыт общения с Богом. И моя вера, которой я пришла в зрелом возрасте, и которая кардинально поменяла мою жизнь. У меня есть чем сравнить. У меня было до и есть после. Я никогда в своей жизни не хочу вернуться к тому состоянию, когда я жила без Бога. Yes, everything is prepared, and yes,
Everything said, we are coming to pick you up, sure. And by the way, don't forget that we are going for confession this Saturday. So hopefully you will acclimate, won't have jet lag by then. Okay, great. Well, thank you. I'm looking forward to it. Yes, the same here. Travel with angels. Bye-bye.